Максимально использовать площадь небольшой гостиной поможет современный угловой диван-кровать Торонто. Его основным преимуществом является наличие универсального угла, местоположение которого можно выбрать во время сборки. Производитель предусмотрел удобный ящик для хранения вещей или спальных принадлежностей. Надежный механизм типа «Дельфин» позволяет легко трансформировать диван с габаритами 235 на 90 на 155 см в спальное место размером 143 на 204 см. Под приятной на ощупь обивкой из ткани рогожки располагаются качественные и долговечные наполнители синтепон и пенополиуретан. Материал обивки – рогожка. Рогожка – материал, сочетающий высокую практичность с интересным внешним видом. Характерное шахматное плетение напоминает мешковину, но сама ткань выглядит гораздо благороднее и отличается износостойкостью. Рогожку производят из натуральных волокон, хлопкового, льняного, а для улучшения эксплуатационных качеств добавляют олефин, акрил, полиэстер. Диван с такой обивкой станет органичным дополнением к интерьеру в актуальном эко-стиле. Механизм трансформации «Дельфин». «Дельфин» – прочный механизм трансформации, рассчитанный на большую нагрузку и ежедневное использование. Диван, оснащенный таким механизмом, отличается простой конструкцией, состоящей из двух частей. Для его раскладывания следует потянуть за переднюю часть дивана снизу и выдвинуть секцию, расположенную под сиденьем, затем потянуть за ремешок, прикрепленный к сиденью, вверх и вытянуть вторую секцию. Движение спального блока при этом напоминает плавный нырок дельфина. Наполнитель – пенополиуретан. Пенополиуретан – это сверхлегкий пластичный материал, получаемый из синтетических полимеров. Ячеистая структура обеспечивает наполнителю хорошие вентилирующие и гигиенические свойства. Материал обладает ортопедическим и анатомическим эффектом, не слеживается и не проминается, легко восстанавливает форму. За счет повышенной прочности пенополиуретан сохраняет свои свойства до 15 лет. Пенополиуретан не собирает пыль, поэтому он абсолютно безопасен для тех, кто страдает аллергией.